Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу. Братья и сестры, всех вас приветствую, благословляю из города поселка Шаблыкино. Это Орловская область, Орловщина. Очень красивое место. Сегодня будет воскресное здесь богослужение. И я в гостях в Шаблыкино, впервые в этом поселке, впервые в этом городке. И это... Собрание будет проходить в Доме молитвы евангельских христиан-баптистов. Вот он, Дом молитвы. Слава Богу. Да, и молитесь за Шаблыкино, друзья. Молитесь за Орловщину, за пробуждение в Орловской земле. Пусть Орловская земля станет Домом молитвы для всех народов. Слава Богу. И благословляю всех вас, благодарю особенно тех братьев и сестер, что и молитвами, и финансами своими участвуют в моем служении, потому что без вашего участия многие поездки, они просто не состоялись бы, как вот и эта, собственно, поездка, потому что и духовная, и финансовая необходима поддержка любому служению, тем более, если служение, оно вот такое специфическое, связано именно как раз с проповедью Евангелия и с реформацией православной церкви. Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья. Это же братья приезжают уже, пастор приехал, братья приезжают. До встречи и на земле, и на небесах. Пусть наша судьба будет Домом молитвы, на самом деле, наша жизнь будет Домом молитвы. Аминь. Сегодня, кстати, праздник благодарения. Сегодня день благодарности Богу за урожай.